Сегодня у нас 8 сентября 2015 года. В деревне Потеряевка. Вот у нас начал бульдозер наконец-то работать. Долго ждали его, несколько недель. Шарщина пригнали его своим ходом. Вот Игнатьевна сейчас будет руководить им. В первую очередь хочет сделать, вырвать корни, чтобы площадка была для посадки смородины и других кустарниковых ягодных деревьев. Thank you.
там больше чего-то не надо. Что, больше не надо? Нет, больше не надо.